столичном парке «Лакреевский лес» начался театральный сезон. Не удивляйтесь, это именно так. По субботам там теперь проходят уличные спектакли. Цикл постановок, конечно же, приурочен к году театра. Их будет несколько. Первым посетители парка увидели комедию-шутку Антона Чехова «Медведь». Немудреный сюжет о том, как денежный долг неожиданно обернулся страстным романом двух людей, живущих по соседству. Минимум реквизита – максимум интереса. А вы целый день сидите здесь, и никакого удовольствия. В роли помещицы-должницы Диана Яковлева. Мой первый опыт такого уличного театра, и на самом деле было очень интересно. Мы не ожидали, что зрители так тепло примут. Я думаю, что это хорошая акция, которая привлечет много зрителей уже в театр. Горожане, гуляющие в парке, были приятно удивлены. И хотя фабула спектакля все же рассчитана на взрослых, дети тоже с интересом наблюдали за актерской игрой. Нам очень спектакль понравился. И я думаю, что это представление должно быть постоянно. Потому что те, которые гуляют в парке, и дети, и родители, и это очень интересно. Вот посмотрите, даже дети и с удовольствием смотрят. Приобщаю свою племяшку, крестницу, говорю, смотри, интересуйся, будь в школе изучать. А так очень интересно то, что вот проводятся такие мероприятия, познавательные и в то же время увлекательные. Конечно, будут и детские спектакли. В юбилейный для столицы год в парке пройдет тюзовский спектакль «Волшебный сундук». В актерской игре на равных будут задействованы и маленькие зрители. Эта постановка об истории Чебоксар. Самое интересное в том формате, в котором сегодня представлен спектакль, то есть мы его специально вынесли с помостков сцены, а именно в зону аттракционов, чтобы это было все живее и зрители становились настоящими участниками действия.